Российские военные присутствия на территории Карабаха подчинено единственной цели – служить инструментом проекции российского влияния на государства Южного Кавказа. Так называемые в кавычках «миротворцы» вовсе не охраняют мир в регионе. Также они не заинтересованы в разрешении армяно-азербайджанского конфликта. Они консервируют ситуацию в том состоянии, которое сформировалось по результатам 44-дневной войны. Их задача – следить за соблюдением российских интересов, которые сегодня состоят в восстановлении полноценной сферы влияния Кремля на постсоветском пространстве. России выгодно продолжение противостояния Еревана и Баку. Это создает для нее дополнительные возможности оказывать влияние на стороны конфликта. Соответственно, его продолжение будет использовано Россией для пролонгации пребывания собственных войск на азербайджанской территории. Для Еревана они будут играть роль в кавычках гарантов безопасности местного армянского населения, и в то же время их присутствие будет использовано Кремлем в рамках азербайджано-российского диалога. Стоит учитывать, что российский контингент в данном случае не является военным фактором. Соответственно, не имеет особого значения его численность, а также возможные ротации и сокращения. Россияне в Карабахе демонстрируют флаг. Их присутствие там выступает не силовым, а дипломатическим инструментом, обозначающим сферу интересов РФ. В некотором роде это продолжение колониальной имперской политики Москвы. Российские военные в Карабахе становятся передовым форпостом новой империи, которую обустраивает Путин. И не имеет особого значения, сколько их там находится, несколько десятков, сотен или тысяч. Даже сохранение минимального военного присутствия будет означать, что процесс деоккупации азербайджанских территорий не завершен, а азербайджанский суверенитет над Карабахом окончательно не восстановлен. Россия пытается приватизировать мирный процесс с целью держать под контролем любой прогресс по этому вопросу. Однако сейчас предоставляется отличная возможность для переговоров в альтернативном формате на площадке, предоставляемой Европейским Союзом. Если Армения и Азербайджан смогут прийти к соглашению в ближайшее время, это не только принесет мир в регион и сыграет на пользу обоим государствам, но и существенно ослабит позиции России на Южном Кавказе. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.